с вершин горы Синай, это когда человек поднимается на уровень бины, свойство полной отдачи. Когда внизу стоит народ, то есть все человеческие желания в нас стоят внизу, вокруг горы, ненавидят друг друга, ненавидим весь мир, готовы всех использовать все и вся только ради себя. Это у подножья горы Синай. На гору Синай поднимается только наша точка в сердце, только устремление к Творцу, называемое Муше, и там она встречает, раскрывает Творца. Это гора Синай. Кроме этого, есть гора Хермон. Если гора Синай – это гора Бины, то гора Хермон – это гора Хохма, мудрости. Там милосердие, свойство милосердия, да. Отдачи, любви, а здесь гора мудрости. Поэтому она белая, покрытая снегом, то есть свойством таким. И это гора, с которой нисходит все, весь свет. Подобно тому, как с горы Хермон спускаются затем все ручьи, реки и протекают через страну Израиля. Эти две горы, они совмещаются в итоге вместе. –